красавцы. А это, блядь, я тоже не видел. Ну, в первую очередь мяч сыграл, а потом только руку. Какая разница, сзади, не сзади. Он же мяч сыграл. Момент, знаешь, они потому что проиграли, то есть психология, да? Если бы они выиграли, они даже слова бы не сказали на этот момент. Но так как они проиграли, проигрывают. Я тебе потом еще. Зарубежные немцы и MetLife встречаются. Зарубежные немцы в зеленой форме, MetLife в белой. MetLife, кстати, уже на поле выходил, боролся с Дорде, но претерпел поражение. Счетом 1-2. Тем не менее, команда смотрелась неплохо, даже в отсутствии своего лидера Лунина. Право на штрафную, в самом начале поединка получает MetLife. Валик, вратарю, ближе к середине. Миш, там нужен доктор, нет?
здесь находится, да, 3-4-5. Вынуждены замена в составе Метлэк, можно продолжать игру. Достаточно жестко получается. Первый фул Метлайф. Не стал дождаться игрок сигнала, но и не бросил одновременно в стенку. Удар. Мяч улетел под штангу. Попал по мячу игрок. 3 минуты до перерыва. Все еще 0-0. Но матч активный. Да? Кого? Фурлиньос или Зорткопьев? Искарай. Мы сам денег должны. Первый на мяче вратарь. Хороший защитник ворот. Так что, когда не получается пройти соперника и его оборону длинными комбинациями, можно задействовать дальний удар. Последние минуты первого тайма. Саша, давай. Go!
что ж, видимо, в первом тайме победителя или промежуточного лидера не выявим. Придется ждать начала второй 10 минутки. Благо, перерыв между таймами у нас предусмотрен совсем небольшой. Все, конец первого тайма. Второй тайм. Продолжают свою встречу с рубежнефтью Медлайф. Вопросы будут смотреть, меняется ли игра и будет ли меняться. А фол ставили, когда поставили башни, да? Счет на табло. 0-0. Счет 3-1 под нарушением правил. Боль хвалила за рубежнефть. Восьмой.
назад за рубеж нефти. Открыть вторые! Любой! Коля! Коля! Коля, замена! Медлайф.
Контакт с рубеж Нефти. Спасибо.